В Нарьян-Маре исполнили добрые песни о главном. Благотворительный проект стал уже четвертым. Все средства, вырученные от концерта, направят на нужды тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Деньги распределяют через региональное отделение Красного Креста. И что удивительно, песни в этом году исполняли не чиновники, их не стали отвлекать от своей работы, а почетные жители Ненецкого округа. Закир Вафин с места событий. Праздник «Добрые песни о главном» родился вместе с КДЦ, то есть 4 года назад. Это представление уже настолько полюбилось жителям Нарьян-Мара, что билетов в продаже не оставалось далеко до начала концерта. Главные герои на этот раз не госслужащие, их не стали отвлекать от своей работы, а почетные граждане Ненецкого округа. Каждый наш участник уникален. Конечно, это может быть незаметный, простой житель нашего округа, но тем не менее, трудно им выйти было на сцену, но они вот пересилили себя и старались, очень много репетировали. Сегодня можно посмотреть, как они будут нести свое творчество, дарить свою любовь нашим зрителям. Не успел раздаться звонок, оповещающий о начале концерта, как в зале уже нет свободных мест. Среди зрителей, те, кто уже непосредственно выступал на этой сцене только в прошлом году, так и те, кто просто решил посмотреть на выступления непрофессиональных артистов. Гаснет свет, в зале тишина. Началось. Из огромных колонок раздается всем известная музыка из песни «Увезу тебя я в тундру». В этом году тематика концерта посвящена фильму «Девчата». Его сняли в далеком 1961-м. Впрочем, эта картина даже спустя полвека актуальна до сих пор. Со сцены звучат знакомые многим фразы из произведения еще Советского Союза. Тумбочек у нас хоть завалить. А вот насчет подушек действует. Это мне что, на тумбочке что ли спать? Еще не ясно. Подача народных мотивов разнообразна. Каждой песне подводились действием. Сценки сменяют друг друга. Зрители не сдерживаются, подпевают. А юные жители танцуют, хоть и моложе самих песен. Сама счастлива просто за людей, которые сидят в зале, потому что сегодня они услышали столько песен забытых. Они нигде их не услышат. Вот сегодняшний концерт, вот все эти песни, мне кажется, полностью оправдывают название «Добрые песни о главном». На сцене выступают люди, которых запросто можно встретить на улице города. Свои способности в вокале демонстрирует водитель Нарьян-Марского АТП Николай Чикин, кавалер Ордена Дружбы Народов Тамара Лудникова и даже юрисконсуль делового центра «Арктика». Каждый день и здесь, в стенах культурно-делового центра, под руководством наших, будем говорить так, тренеров по вокалу, с нашим звукорежиссером Алексеем Викторовичем, Татьяной Николаевной Сидейской, ну, естественно, дома радовала свою жену. Полтора часа проходят незаметно. На одном дыхании со сцены вспомнили произведения «От зари до зари», «Ландыши», «Валенки», «Падает снег» и другие песни о главном. Завершают концерт известной песни «Человек из дома вышел». Закир Вафин, Леонид Шишилов, телеканал «Север».